Состязания по садах тарту, аркан тарту, асыкам и многим другим играм прошли и в Уральске. Почувствовать смогли все желающие. Многие горожане пришли целыми семьями. Организаторы уверены, такие мероприятия укрепляют отношения между родителями и детьми. Сейчас, как вы знаете, дети любят компьютеры, смартфоны и телефоны, но мы хотим сохранить наши национальные традиции. Наши национальные виды спорта вносят свой вклад в развитие личности. Для многих опыт верховой езды или стрельбы из лука был первым, однако столь увлекательные состязания всем пришлись по вкусу. Мой младший сын с прошлого года учится в классе жокеев. Он очень любит лошадей. Я, конечно, работаю совсем в другой сфере. Но как отец я хочу воспитать сына достойным человеком. И чтобы быть примером, я сам участвую в соревнованиях. Мне удалось дойти до финала и выиграть главный приз. Я рад, что порадовал сына и что он может мной гордиться.